За просмотр, за подписку и лайки, ну а с вами снова Герон. И сегодня, дорогие друзья, я притащил для вас Gravity Gun без модов. Или как он правильно произносится, не знаю. Суть этой пушки в том, что вы гравитационным лучом берете животину и можете его так вот таскать, например, в свое удовольствие. Таскать с собой, если вы куда-то летаете, и куда-нибудь потом швырнуть. Вот так вот. Хорошо летишь, животинка. Очень хорошо летишь. Так, сейчас мы поиздеваемся над криперами таким же образом. Грави-пушка работает совершенно бесплатно. Причем она, самое интересное, вот эта гравити-пушка работает по-другому, чем грави-пушка из мода от товарища Айчуна. Ну, вы, наверное, 100 раз ее видели и давным-давно знаете о чем. Моделька та же самая, но механика работы этих грави-пушек разная. Вот эта грави-пушка работает немножечко по-другому, даже интереснее. Потому что она отличается очень большой точностью работы. То есть я слегка двинулся направо, видите, крипер тут же переместился на 2 мм. Я переместил на 2 мм влево, он аккуратно влево на 2 мм переместился. Пушка от Айчуна, мод Айчуна, да, который называется Гравиган, он, пушка там работает менее точно, потому что там сместился на 2 мм, а твоя цель сместилась там на 2 см, то есть там движение и механика движения совершенно другая. Ей! Что интересно, вот эта пушка не умеет брать блоки, вообще никакие. Давайте мы сейчас попробуем, по-моему, даже землю он брать не будет. Абсолютно любую землю он брать не в состоянии. Эта пушка умеет работать только с живыми существами на данный момент. Ну, может быть, ее автор доделает, и можно будет тогда швырять и блоки земли, это было бы очень классно. Потому что оригинальная грави-пушка из игры, она, по-моему, с ее помощью можно было таскать предметы в том числе. А здесь нет, только живых существ. Давайте мы сейчас попробуем Iron Golem. Почему-то, когда я использую эту пушку, я слышу этого, как его, железного голема, что довольно странно. Для этого мы сейчас попробуем найти яйцо голема. Где оно тут? Яйцо Гаста, кролик, яцелоты, зомби слаймы, ну, неважно. Я думаю, что... А, у меня же есть гаст. Гаст, большой многоблочный гаст. Так, я смогу тебя подцепить? Так, вроде бы я его подцепил. Классно, я теперь и гастами... Ух ты, красиво летит. Гастами я тоже могу кидаться, оказывается. А летучими мышами... Если взять какое-нибудь маленькое животное, ну-ка, как это выглядит. Можно, кстати, придумать какую-нибудь мини-игру классную на этой основе этой пушки. Например, футбол. Слушайте, точно. Дальше, как эта пушка работает? Например, вы ставите овцу. Дальше, наводите на нее пушку. Правой кнопкой мышки клацаете. Слышите специфический звук металла. Значит, пушку вы взяли, вашу жертву, на гравитационный луч. Если вы правой кнопкой мышки еще раз клацнете, он ее отбрасывает куда-нибудь. Если зажать правую кнопку мышки, происходит вот это. Похоже, я просто избиваю корову. Нет, вообще ничего не происходит. Понятно. Подцепили, бросили. Теперь, как, откуда берется эта модельки пушки? На самом деле, ребят, это все очень просто. Это у нас палочка. С, знаете, это как называется, морковка на палочке, с помощью которой вы управляете свиньей. Здесь выглядит по-другому, как гравити-пушка. И, соответственно, у нее функционал абсолютно другой. Теперь самое интересное. Для этого используется, для того, чтобы у вас была такая красивая модель, используется специальный ресурс-пак. Он совершенно не обязателен для работы. Называется Gravigun Resources. Он идет вместе с картой. Более того, он полностью совместим с любыми ресурс-паками, то есть, например, он сочетается с вот моим любимым ресурс-паком собственной работы, в которой, ну, много разных ресурс-паков я объединил просто-напросто. Вот, на основе, конечно, Minecraft Enchanted. Вот, теперь самое главное. А, давайте я вам покажу самое интересное. То есть мы убираем этот ресурс-пак, и мы получаем на выходе обыкновенную палочку и морковку. Ставим какую-нибудь корову, и палочкой-морковкой работает точно так же. То есть, в принципе, это красивая моделька, отвечает только за графику. Ну что ж, ребят, спасибо за просмотр, надеюсь, мы с вами увидимся в следующем видео. А я здесь благополучно закончил. Пока.